Всем большой привет! Мы сегодня в Оршане. Привезли Надюшу с ее тренером, командой всей. Они будут тренироваться, отдыхать. В общем, до 25-го будут тут. Ну, а мы сейчас вот уже на пути домой. Зашли в лес. Уже часа 2 или 3 ходим по лесу. Да, собираем грибы. Я уже вымоталась, Саша еще бодрячком. Мы в погоне за груздями. А, Саша, вот, смотри. Вот, нашелся. Сейчас покажу, за какими грибами мы гоняемся. Вот такой грибочек. Называется грусть. Он маринуется, солится. Очень будет вкусный. Ну, солится больше. Вот. Такой пушистый. Пока молоденький, он такой прям пушистый, смотрите. Видите ворсинки? Ой, какой красивый. Держи. Угу. Сейчас по трассе красивый. По трассе стоят люди с ведрами. Маленькие у них там. А, ведро 2000 стоит. Это мелкий сборник. Да. Ну и если они побольше, то уже потом. 1800, покажи, полторы. Что там насобирали. Да тут и лопухи, и всякие. Всякие. Мы берем все. Кроме, ну, чтобы не червивые были. В прошлом году тоже мы собирали большие. Нормально нам прям до весны хватило. Лес густой, я не взяла кофту, я вся вот таких мелких уже, как сказать, порезах каких-то от этих иголочек вот таких вот. В следующий раз возьму обязательно кофту, почему-то я об этом не подумала. Вот, в общем, ну, комары есть, но не особо так, ну, есть. Когда спотеешь, они особо к тебе интерес проявляют. Вот, в общем, идем по склонам. Это уже... третье место. Мы тут, ну, как сказать, не на одном месте. Переезжаем, машину перевозим периодически, ищем места. Местные не колятся, не рассказывают, где они берут эти грибы. Свои хлебные места не это, не сдают ни в какую. Хотя вот они утром сбегали, набрали и уже вышли продавать такие полные ведра отборных маленьких груздей. Сырой грусть. Не сухой, а сырой. Мы вот сырые ищем. У нас в поселке его мало, либо там вообще нет. Ну, мы даже туда и не ходим, потому что знаем, что нет. Вот. В Оршане говорят много, но где? Надо искать. Никто не делится местом. Не хотят. Я говорю, хоть плати им деньги, чтобы они тебе показали, где это. Один раз покажут, будешь каждый год ездить. Но здесь есть, да, здесь есть немножко. Может быть, только сейчас пошло просто все. Вот, я, конечно, сейчас тут запыхалась, иду. Уже силы мои кончаются. Сейчас день здесь упаду. Припорошит меня листвой, да, Саша? Но мы сегодня видели косули. 2 или 3 выскочили к нам навстречу. Я напугалась очень сильно. Ну, они маленькие козявки такие, но все равно неожиданно. Вот, я боюсь медведей, очень сильно боюсь медведей. Поэтому я вообще от Саши никуда не отхожу и боюсь потеряться. Мы идем параллельно обычно. Сейчас я просто снимаю. И это, иду за Сашей, чтобы его не потерять. Так мы идем параллельно. Я смотрю, он смотрит на грибок. В общем, вот так. Такой денек сегодня. Лесной. Не споткнуться бы. Чаще такая. Что? Брусника. Брусника пошла. Ну как пошла? Она еще такая, видишь, мелкая, во-первых. Ну и однобокая. Муравейник. Муравейник. Никогда не забуду, когда была маленькая, бабушка моя брала ведро. Я считаю, не понимала, но у нее ревматизм был ног. Она подходила к муравейнику. Вот так мы подходили. Она прям набирала муравейник в ведро, в пол ведра где-то. Приносили домой. Она, ну, как ноги туда запихивала. Обвязывала все тряпкой, чтобы они не вылезли. И они кусали ей ноги. Таким образом бабушка лечила ноги. От ревматизма, видимо. Но ей помогало. Такой способ. Дикий. Страшный. И вообще, мне кажется, это же кошмар, если они вопьются в тебя все. Так, ну все, да. Вот так, Сашу не потерять.
Не поделиться же. Много сыроежек всяких. Вон они везде. Ну, мы их не берем даже. Фу, запахались. Вода кончается. Все, друзья, мы возвращаемся. Тут покосы. Иду, иду. Я перелезла в чей-то покос, потому что там идти невозможно. Я нашла какую-то яму, Саша говорит, ну ты среди поля нашла яму, но тебе почему так везет? Провалилась, у нее вымочила ноги. Ну, в общем, 33 несчастья, как всегда. Я иду по полю. Ой, хорошо так. В общем, все, едем домой уже. Всем большой привет. Алис, привет. Привет. Как твои дела? Хорошо. Что делаем? Готовим? В общем, Алис помогает маме делать овощную рагу. Кабачки нарезать. Нож у нее, кстати, безопасный. Он такой для масла. Так. Тут у меня уже картошка молоденькая. Капуста, лучок обжаренный с морковью и две помидорки. Все тушится. Две помидорки там, да. А где еще помидорки? Там. Так, это Семен мне лук чистил. Вот они у меня. Как-то любовь у них какая-то к луку. Мама, я говорю, мелкую моторику. Мама, вот. Чистят. Это замороженные, Саш, помидорки. Мама, вот. Давай еще. Что? Замороженные помидорки у мамы в морозилке. Вот. Можете разрезать на вот такие полосочки? Да. Давай. Я буду с Сашей две делать. Пальчики аккуратно. Угу, я аккуратно буду делать. Вот так. Угу. Такими этими мне кубичками. Саш, ну что там? Закрой. Я тебе подсовываю. Ну все, любимый соус Саша будет сейчас делать. Сам смешивает кетчуп с майонезом. Сейчас обед будет уже. Как полетело. Так, у нас солнечная погода. Папа решил сегодня воротами заняться. Переделать немного. Что-то у нас... Они откатные, самодельные. Муж сам делал. Но они что-то плохо стали откатываться. Стерлись уже ролики все. Будет менять. Так, я пошла кормить свинку. Ну, в смысле, весь день вот такие. Чего-нибудь да перепадает. Привет, Семен! То сапоги притащила. Получается... Вот наша свинка вьетнамская. Красавица. Не успеваю съедать. Только и подносят, да, тебе? Вкусняшки всякие. У нее, смотрите, есть сердечко на голове. Вот оно. Черненькое, видите? Вот оно. Тоже недавно заметили. Такая красавица. Теперь хорошо, у нее есть навесик. Все, дождь не заливает нас. Просторно. Там у нее теплое помещение, здесь выгул. Семен, ты пришел посмотреть? Да? Хрюня наша? Хрю-хрю? Вообще, мне прям очень сильно понравилась такая вот порода. Но за то время, пока она у нас милаха такая, игривая очень. Хорошенькая. Жалко, что одна, конечно. Ну ладно, это наш первый опыт. Посмотрим, что будет дальше. Да. Отходов в семье очень много, когда 9 детей. Они у меня еще такие едоки, которые вот прям ну, много чего не доедают. Много по выпечке остается кусков всяких. Ну, а тут свинка теперь все доедает. Глядишь, к Новому году хоть какой-то кусочек мяса будет. Ну, пусть небольшой, конечно, но все равно приятно. Потому что в зиму ее держать нет смысла, будет очень холодно. Хотя я смотрю, вот вьетнамские свиньи, они прямо у некоторых в будках где-то там в сене на улице живут и не замерзают. Ну, Саша говорит, тоже у зимы же все разные, а вот у нас-то, конечно, холодно. Нынче так вообще было очень холодно зимой. Поэтому я вот это еще этот момент не знаю, смогут они зимой у нас жить или нет. Если, конечно, вот это помещение набить сеном хорошо, она может быть там зароется в сено. Помещение теплое, но задутое, коватое, все
там тепло. И может она, конечно, перезимует, чтобы подольше ее. Ну а вообще, я думаю, просто весной взять еще, да и все. Пока такие планы. Посмотрим. Кушает, видите, всякие остатки. Травку хорошо ест. Ну, а там то, что у нее утром горячее было. Я запариваю всякие остатки. Сема, ну не надо, зачем? И она кушает. Поправляется. Так, косили недавно. Траву мальчишки собирают. Подсохла немножко? Ну-ка. Может, ее оставим, как сено этому хряку нашему. Хряку, говорю. Ну, хрюшки наши. Слушай, хорошие. Надо папу спросить, если что. Куда? А? Куда? Ну ты спроси у папы, куда? Он сказал, что не я. А, сейчас засыпать? А тогда туда, в будку ей, где она спит. Ну, в само помещение. Вдруг до холодов она будет. Я так планирую до Нового года держать. Но там посмотрим. Вдруг ничего не получится, так подольше придется. Ну, в смысле, не сможем ее по каким причинам убрать. И вот сухое сено, как я вам и говорила. Нашлось даже в нашем огороде. Так, я вернулась. Как ваш процесс? Вкусный соус. Так, у тебя вкусный соус. Вот так он мажет хлеб. И перебивает себе аппетит. Ой, ну это мелко. Ты молодец, конечно. Можно покрупнее. Слышишь? Покрупнее для мамы. Сейчас я тебе помогу. Вместе сделаем. Всем большой привет! Мы на ангаре спустились. Сегодня у Миши день рождения, у моего сыночка второго, 17 лет. Вот он беленький, 17 годиков уже. Напились чай, наели с арбуза, решили прогуляться сходить. Папа у нас уехал на учебу. Детки маленькие в саду. Ну вот, сегодня погода очень шикарная. Ветерок, но он такой... Холодноватый, правда, немножко. Нормально. Это стоят такие последние, наверное, денечки теплые. Вот. Мы вот стояли, гадали, кто это там. Утки, что ли? Какие-то утки. Длинные шеи. Собрались стайка. Вот эта козочка ходит с стадом коров. Одна тут что-то делает. Ну, не отстает от них. Молодец. Все остальные здесь пасутся. Ой, ну красота вообще. Просто очень красиво. Миша, еще надо сегодня в школу сходить. Ой, он у нас, в общем, участвовал в конкурсе «Большая перемена» и попал в полуфинал. Мы все очень рады. И получил, ну или как получит, путевку во Владивосток. Типа лагерь это или что это. Точно, короче, не скажу. Океан, по-моему, называется. Вот туда детишки поедут отдыхать. Пошли. И вот Мише нужно сходить в школу, взять справку, что он учится в 11 классе. Мы уже прошли медкомиссию. Все, прошли 28-го, по-моему, у них поезд. А, все бесплатно. Все включено. Вот. Такой вот есть у школьников какой-то... Конкурс, не конкурс, «Большая перемена» называется. Ну, многие родители сейчас в курсе, о чем я говорю. Вот, в общем, в полуфинал попал. Так что, такая красота у нас. Вы что, нагулялись уже? Куда пошли? Смотри. Давайте вы пылесочки кидайте. О, вот.
А, Миша, холодный? Уже сводит ноги. Thank you.